Вот такая вот машина. Старинная, на ней ездили в древнее время. Я не знаю, в какие лично года, в каком веке мне ездили. Ну, вот такая вот машина красивая. Вот. Я даже не знаю ее название, чтобы правильно сказать. Она так переливает, что когда приближаешь близко, получается мутно. Я не знаю, что с этим делать, чтобы ее показать. Но покажу издалека, потому что вдалеке ее видно хорошо. Вот. Вот такая вот машина желтая, она переливает очень красиво. Это ее не уродует, то, что она переливает. Это просто не видно в камере. Ну вот, у нее вот тут вот такой перевод красивый, вот так вот сделан. Жалко, конечно, что невозможно точно передать, хотя его видно идеально. На таком ракурсе его видно идеально. Вот. У нее вот такие вот красивые фары. Их даже видно. Они сделаны так, что их даже видно. Они блестят слегка. Да, они действительно блестят, потому что они так сделаны, чтобы они блестели. Вот у нее это вот сиденье такое мягкое, как бы сделано. Вот. Машинка это сама из Kinder, но она сделана вот так вот идеально, чтобы передать такую машину, какая она как была в каких-то веках. Я не знаю точно в каких. Или есть она сейчас, может, в каких-то странах еще, или что. Но я таких у нас в стране не видел машин. Вот. Она вот такая вот сделана. У нее такое мягкое сиденье вот тут вот. Прямо спинка такая, чтобы мягко было сидеть. Я не знаю, может, это и крыша, которая выдвигается, или что. Я лично не знаю. Потому что я с такими машинами никогда не сталкивался, никогда не видел. Поэтому не мог сказать, крыша это или просто такое сиденье. Поэтому буду говорить честно. Я даже не знаю, в какую сторону у нее должны открываться двери. В эту? Или в какую там? Вправо, влево там двери открываются у нее. Вот это место, где у нее должно быть запасное колесо. Вот, это место очень хорошо видно. К сожалению, я это место у всех своих машин никогда не видел. Вот. Это первая машина, которая мне попалась, у которой место для запасного колеса. Вот. Вот. Поэтому вот как-то вот никогда такого мне не попадалось еще. Вот. У нее вот двойной какой-то вот спереди багажник. Я не понимаю, как оно вот так вот сделано. Может, она вообще не на бензине ездила, или как. Даже не могу сказать, вот. Снизу она выглядит такой серой, вот. Черные у нее вот тут вот колеса сделаны. Колеса крутятся. Кстати, если ее разогнать, то она ездит хорошо. Но не совсем хорошо, но ездит хорошо. Вот у нее для прицепа сделана вот тут вот такая вот штучка. Она небольшая. Я вижу, что ее делали тоже красиво, вот. Делали вот тут красиво, а тут место для руля внутри. Его тоже вот тут вот делали, потому что вот тут вот видно, вот. Это место для руля. Есть вот тут вот такие вот два сиденья, чтобы два человека могли ехать в ней, вот. Чтобы в ней могли ехать два человека, вот. Вот. Есть, нет, вот так вот машина, поэтому играться ей вполне таки приятно. Ну, я думаю, старались те, кто делали, поэтому большое спасибо тому, кто старался делать такую машину. Не забывайте подписываться и ставить лайк на видео, потому что эта машина не последняя, которую я хочу вам показать.